девочки, я решила разобрать лекарства наши, да. Не знаю, правда, вмещу все в одно видео или нет, потому что мало того, что хочу это разобрать. Посмотрите, сколько мне тут запаса, да. В прошлом году мы очень много болели, точнее, Кирилл. Каждый врач назначал свое. Здесь что-то еще осталось с того, когда я была беременная, что пила. Надо посмотреть все сроки годности, что негодно нужно выкинуть и убрать. И еще все-таки хочу дойти до шкафа. Девочки, стыдно открывать, честное слово, но покажу. Чтобы была у меня мотивация точно убрать. Когда что-то ищешь, не получается, достаешь все, комка, жужжум, короче, опять засовываешь, особенно если с утра. Вот мне здесь надо все навести порядок. Помимо этого, мне нужно убрать вот здесь тоже навести, но здесь не особо, но хочу подоставать все-таки себе удобные вещи зимние, которые там спрятаны. Короче, работы много, давайте приступать. Ну, вот так у меня получилось. Здесь оставила такое, что более-менее необходимо. Жаропонижающая температура, пантенол, хлоргексидин, градусник. Тут и обезболивающее, то, что Антону часто спина болит, там таблетки от горла. Ну, такие вот все по мелочи, так скажем. Девочки, вообще можно сказать прям пакет. Пакет лекарств на выкидос. Но есть, видите, и такое даже как бы масло. А здесь еще просто есть лекарства, которые покупали 3 года назад, когда Кирюшка родился, когда была кривая шея, да, лечили. Вот, отсюда тоже есть. Поэтому где-нибудь ссылку оставлю на это видео. Кому интересно, посмотрите. Я там рассказываю, как лечили. Короче, новый кидос. Конечно, когда я отсюда лекарства беру какие-то, я всегда смотрю сроки годности. Но вот прям такую ревизию давно не делала, наконец-то сделала. И теперь можно хорошо так закрыть крышкой. Здесь у Кирилла, вот это вот считается как бы, ну, для Кирилла. Господи, ужас какой, да, ребенку 3 года. Но здесь больше, видите, вода для инъекций, лидокаины, вот такие вот всякие растворы, какие-то капли, потому что уколы, если мы делаем, то это антибиотик, и это все необходимо. Ладно, слава богу, разобрала. Теперь можно это все закрыть
и убрать. Не надо это тебе трогать. Пришел тут помощник температуру. Сейчас, мама, положил. Сейчас ты сюда обратно положи. Мама уберет. Ложи сюда. Назад положи. Мама туда положит. Но положи ты сюда-то. Ладно, девочки, сейчас здесь это уберу по местам и перейдем к шкафу. Видите, даже лампу включила, чтобы лучше было видно. Удобные эти контейнеры. Видите, здесь крышка прям с такой защелкой. То есть, чтобы Кирюха не залез. Все, а это сразу сейчас вынесу, выкину в мусоропровод. И будем уже браться за шкаф. Я не знаю, как вас учили в детстве убирать шкафу, но у меня было так. Если у меня сложено все жужмом, мама приходила и прям вот так вот вываливала, правда, сразу со всех полок. И как ни крути, мне приходилось убирать. Но сейчас я к себе немножко лояльнее отнеслась. Только убирала с одной полки и постепенно-постепенно переходила к другой. Без помощника, конечно, я не обошлась, но, знаете, для меня это, конечно, не свойственно, чтобы такой кошмар у меня был на полках, но вот что-то мне не задалось, и прям так у меня уже это коробило, и решила я прям все сделать в один день. Если честно, мне моего шкафа мало, потому что, как по мне, здесь у нас полочки узкие, и даже вот, чтобы нормально постелить ровно постельное белье, узко, вот для меня узко, но как есть, да, съемное жилье, какое есть. И здесь уже пришла ко мне группа поддержки, Антошка пришел, говорит, на, попей водички, выдохни, говорит, расслабься, все нормально, все у тебя, говорит, получится. Я говорю, присоединиться не хочешь? Он говорит, нет, сама справишься. Ну, пошутили, посмеялись, улыбнулись, как говорится, да, и дальше пошла. Ну и, конечно же, без маленького помощника, без маленьких обнимашек, целовашек тоже не обошлось. Поддержка с маленькой стороны, да? И все, дальше зарядилась эмоциями и пошла дальше. На верхней полке у меня лежат вещи, которыми я пользуюсь меньше всего на данный момент. Там прям целый у меня сумбур, там есть и летние вещи, и осенние, или, ну, как сказать, более теплый, да, вариант. Там юбки, платья какие-то, кофточки, летние сарафаны, просто там полный сумбур. Ну и там надо навести порядок. В принципе, с этим я справилась быстро и приступила за уборкой именно в шкафу, где у нас висят вещи. Точнее, больше можно сказать, где мои висят вещи, потому что больше всего вещей у меня все-таки, чем у Антона. У Антона там висит летнее и
более теплый вариант, да, в одном месте, и у него нормально, у него места много не занимает, здесь больше вещей, конечно, у меня. И все-таки летних вещей, ого, сколько я достала, и решила их все-таки сложить, убрать, но единственный вариант, куда их убрать, это в пакет и на полку. Ну что, я уже здесь все развесила, все убрала. Это кофта, я хожу на работу. Антон пакет засунул наверх. У нас, к сожалению, места немного. Но ничего, будет своя квартира, будут большие шкафы и не один. И вот здесь все навела порядок. Ура! Ура, у меня дошли руки, аллилуйя! Ура! Мои хорошие, а вот и я, как говорится, решила сразу ставить вам уборку, потому что, знаете, чтобы отстреляться и все. Сегодня с утра я прям лентяйка, я прям ничего не хочу делать, думаю, хоть почувствовать, что выходной. Вот, потом покормила Кирилла и пошли спать. И знаете, вот сегодня то же самое, как вот вчера он Антона поднимал, а вернее, меня поднимал, мама пошли, папа спипок. И сегодня то же самое, я говорю, все, ну что за несправедливость, мама тоже хочет, нет, и все. Но в обед девочки дали прям храпака, 4 часа Кирилл спал, и я вместе с ним. Сегодня он плохо что-то спал, я не могу понять, что происходит. Я прям боюсь, я вот пальцы крестиком все держу, потому что что-то и подкашливает, и как будто бы заложенность носа, но с утра дуй нос, дует вообще, практически ничего нету. Кашля особо тоже нет, а у ночи, девочки, как, знаете, как слюна как будто его заложила или что, я не пойму. Вот именно у него вот это вот ночью, днем ничего. И как кашлянул, да так звонко, у меня все, сна нету, я его слушаю, я его трогаю. И, короче, спала сегодня вообще отвратно с 3 часов, поэтому, наверное, и уснула с ним. И спокойно спала все 4 часа. Сейчас по плану что? Сейчас по плану мне приготовить кушать. Хочу, во-первых, ну, как точно приготовлю, так скажем, точно приготовлю это беляши. Я прямо еще вчера задумала их сделать. Сейчас пойду поставлю тесто. Хотя логически надо было поставить бы до того, как лечь, но не поставила. Ладно, быстро подымется, ничего страшного. Вот, под вопросом, не знаю, сушить капусту и какую-то надо сделать подливу. Ну, короче, есть что делать. Пошлите делать. Подогрела я воду. Сейчас добавлю немножко сахара. И вот такие вот дрожжи. Одна пачка у меня рассчитана на 300 мл воды. Поэтому буду добавлять 2. У меня здесь 600. Как бы, конечно, многовато не было. Вот. Быстро сейчас сделаю опару. Они быстродействующие. Поэтому как бы должно быстро подняться. Кирюх приехал. Что, сына? Ты что тут катаешься? И что ты мне привез? Да. Машину и мотоцикл? Да. Я так и поняла. Ладно, давайте ставлю опару. Смотрите, какая у меня опара получилась. Прям так прилично поднялось. Антошка мне перемолол фарш. Я его уже сделала. Соль, перец, ну все приправы, которые надо. И сейчас буду месить тесто. Подлива готова. Как думаете, кто готовил? Правильно, Антошка. Если томатная паста, то значит Антошка. Поставила гречку варить. Я тут, девочки, то и делала, что мыло и мыло, мыло и мыло, мыло и мыло. Так, здесь у меня стоит фарш на готове. Не стала убирать, муку может пригодиться. И вот здесь у меня поднимается тесто. Нужно еще раз промесить. Чуть оно пристало. Надо уже месить, это уже пристает. Единственный нюанс, что не получится у меня тушить капусту, потому что нету томатной пасты. Вот. В магазин как-то бежать не хочет ни Антон, ни я.
Так что там одну пасту, наверное, уже прокушу завтра, с работы приду. Это, в принципе, быстро. Забегу после работы за томатной пастой и сделаю. Дел будет меньше, ничего страшного, да? Полегче будет. Вот, сейчас самое главное это приготовить, хотя, блин, Кирюшка ее, конечно, любит. Но без томатной пасты я не люблю капусту тушеную, вот правда. Так, ну ладно. Сейчас промешу один раз тесто. Надо, чтобы еще немножко постояло. И уже можно будет жарить беляши. Уже начала жарить. Смотрите, какой первый, самый-самый большой получился. На медленный огонь поставила. Кирюха тут у меня приехал. Смотрите, как у меня еще тесто. Ну, не знаю, если не хватит на фарш, ну, вернее, будет мало фарша, просто тем тесто заморожу и все. Надо уже быстренько все как бы дожарить. У нас уже потемнело, а мы не ужинали. Но первым делом все дожарю, чтобы потом себе это не оставлять. Давно я это не делала. Точнее, не жарила беляши. Очень прям давно. Ну что, это у меня последняя пятерочка. Тесто осталось, сейчас я его уберу в пакет. Заморожу, ничего страшного. Жарится, смотрите, сколько получается. Прям, ну, я не люблю маленькие жарить. Если ужарить, то жарить. Взял и почувствовал, что взял, да. Сейчас дожарю. Тут все уберу. Порядки наведу. И будем с Кирюхой кушать. Я волосы заложила. Девочки, сейчас стою немножко то ли в шоке, то ли как. Приходит Антон, говорю, ну ты хоть попробуй, как что, я заодно посмотрю там тесто, как внутри фарш. Он говорит, не хочу. Чего-чего? Я тут стою, жарюсь, парюсь. Он не хочет. Уходит такой, говорит, я потом, говорит, как Кирилл ляжет спать. Девочки, ну это часов 9-10. Думаю, если бы я в 9-10 часов ела беляши, а это будет штук 5, и запивала сладким чаем или кофе, ну, не пухнет он, не пухнет. А мне с этим не повезло. Мне такой роскоши нельзя. Вот стою, жарю, нюхаю, и слюнки текут, и все. Больше не-не. Ай-яй-яй, блин, все забрызгало. Это я все жирная, смывать. Вот я не знаю, чем не люблю беляши. И у меня вот от этой сковородки нету крышки. Так бы накрыло, как бы, и полегче было. Но нету. Она у меня то ли треснула, то ли что, уже не помню. Значит, буду дожаривать. Уберусь, наверное. Ты что ко мне едешь? У мамы окошко открыто, а ты едешь. Чуть-чуть. Что чуть-чуть? На чуть-чуть приехал? Да. Я уже прям зажарилась, поэтому открыла окошко. Вот. И что, и будем кушать, надо кормить ребенка. И самой бы поесть, а то от этих беляшей только одни слюни. Больше ничего. Кирюшка, ты что там взял с собой? Ну-ка покажи. Ну-ка покажи, что это. Что это? Книжки порвал? Нет. А как это называется? Чуть-чуть порвал. Нет. Чуть-чуть. Нет. Даже чуть-чуть нет? Нет. Видите, нос подтирает что-то. А вот ура, кто ура, грязный? Кто я. Грязный? Ты грязный? Где? Да. Пузико, что ли, грязное? Все, мама пошла жарить. Дальше. А тут сгорит. Заболтаюсь тут. Мне прям интересно. У меня тесто получилось, знаете, прям пышное. То ли это действие того, что я два этих кинула. Чего тебе дать? Горячий, подожди. Дай. Горячий. Остынет и горячий. Дай. Беляш просит. Ну, он же горячий, сын. Дай. То ли... Сейчас остынет, дам, ладно? То ли дрожжи, то что две пачки. То ли вообще просто дрожжи хорошие. Я именно эти дрожжи брала первый раз, не знаю. Посмотрим. Как Антошка будет кушать, я бы там гляну. Какое тесто... получилось. Сейчас, подожди. Ладно, девочки, дожариваем. Ну вот, итоговое количество. Приходите на чай. Кто хочет ко мне на чай с беляшами, с кофе кому? Приходите, приходите всех угощу. Уже тут помыла всю посуду.
плиту вымыла. Плиту прям, конечно, вообще жирная-жирная была. В подливу налила немножко водички, а то густовато. Сейчас прокипит и уже буду выключать. Все, нужно все поставить на места, как бы, и все. Время, девочки, 9:00. У меня сын до сих пор не ел. Ну, хотя беля, чтобы забрала, не знаю, что там ел, нет. Сейчас это буду кормить и его, и себя, в принципе. Еще не ел ничего. Вот, Антон сказал, будет беляши. Ну, ладно, пусть будет беляши. Так что вот так вот, девочки, приходите. Буду ждать всех. Это мы так ко сну готовимся, девочки. Расселила кровать, все. Он беситься начал. Попу помыли. Опа! Обнимашки. А поцелуйчик. Вот и мой маленький. Кирюш, спать пошли. Спать. Не, хлеб. Поняла, мамочка? Да. Нет, хлеб. Прыг. Мама все поняла. Все, пойдем хлеб кушать. А? Да? Ух ты. Ам. Кирилл. Не кричи. Так, ладно, девочки, мы спать. Пока-пока. Скажи, Кирилл, пока. Пока. Ну, кричать-то зачем?